Энергия – источник жизни. В Чебоксарах открылся мультимедийный центр теплоэнергетики. Почему летом отключают горячую воду? Какое топливо является самым экологичным? Ответы на эти и другие вопросы в передвижном музее. Мультимедийный музей тепла создала компания Т+. Посетители музея узнали, как производится тепло и как устроена тепловая электрическая станция. Это очень важная вещь, очень важный подход, такой социальный, когда мы можем рассказать жителям о такой достаточно сложной природе производства тепловой энергии, электрической энергии, доступным языком, понятным любому обывателю. Первая мысль, которая у меня возникла, это в обязательном порядке привести сюда своих детей для того, чтобы они о тех вещах простых, о которых они никогда не задумывались бы в другой обстановке, посмотрели, какая сложная природа производства и как понятно и просто это объяснять. Чебоксары стали 7-м городом, в котором работает передвижной музей. Хотим рассказывать людям о том, как это, собственно, происходит. Откуда берется тепло, как это осуществляется, насколько это сложный процесс, насколько он действительно ответственный и тяжелый и так далее. Но и в конце концов рассказать, почему это так стоит. Круговой панорамный кинотеатр, зоны с интерактивными моделями электростанции и теплового пункта, трехмерные инсталляции и зоны дополненной реальности. Все это ожидает посетителей музея. Больше всего меня поразил масштаб и то, как здесь все организовано, насколько все интересно, доступно, насколько интересна экскурсия, насколько все продумано. Я считаю, что данный музей нужно посетить обязательно. И прийти сюда с семьями. А детей заинтересуют увлекательные игры и интерактивная доска с вопросами. Каждый человек, в том числе и ребенок, сможет понять, как работает станция, как появляется тепло и электричество в наших домах, стоит ли пойти работать, даже, может быть, кого-то заинтересует работа этой станции. Безопасность, в первую очередь, будет интересна для детей, чтобы они понимали, насколько серьезны это объекты. Разместился музей на парковке торгового центра «Мегамолл» и проработает в Чебоксарах до 6 сентября. Милена Алексеева, Игорь Зверев, Республика.